Для того, чтобы проверить свое здоровье, женщинам необходимо обратиться в городскую поликлинику. При себе достаточно иметь паспорт и полис. Специально для акции был привлечен сертифицированный специалист, врач-маммолог. Кроме того, женщин принимают в смотровом кабинете, проводят рентген, УЗИ и лабораторные исследования. Это очень важно, потому что раковые заболевания, в частности молочных желез, имеют тенденцию к возрастанию. Не всегда начальные стадии рака можно самой женщине обнаружить, либо даже пропальпировать медикам. Поэтому обязательно до 40 лет обязательно УЗИ обследования молочных желез, после 40 до 50 лет два раза в год маммографическое исследование, то есть рентгеновский снимок молочных желез, после 50 лет желательно снимок маммографический делать раз в году. Только за 10 дней акции обследовано более 800 анапчанок. Патологии выявлены у 30% женщин. Все они направлены в медучреждения Новороссийска и Краснодара для дальнейшего обследования и лечения. Большой очереди к маммологу нет. Как говорят анапчанки, специалист принимает быстро и качественно. Бесплатно прийти – это же хорошо. Тем более я инвалид, мне ходить, у меня протезы на обоих ногах. Мне легче пришла, мне приняли здесь хорошо. И доктор очень хороший. Мне понравилось. Ну, меня посмотрела, очень хорошо посмотрела. Мне все меня посмотрела. И живот потрогала, и все-все. Мне так понравилось. Сегодня анализ взяла хорошие. Я довольная. Особо медики рекомендуют пройти обследование женщинам старше 40 лет, так называемой группы риска. Акция продлится до 7 марта.